Всем привет, мои дорогие! Хочу поговорить на тему хейта, потому что с каждой церемонией роз на меня выливается все больше и больше хейта. Самое главное — это то, что на свидание с мужчинами хожу именно я. Не вы, которые смотрят по ту сторону экрана и, возможно, не видят каких-то моментов в общении и, самое главное, моментов в моих чувствах. Потому что я хожу на свидание с мужчинами, оперевшись исключительно на свои чувства, на свои внутренние ощущения. Для меня это номер один признак того, хочу я продолжить дальше общение и отношения с данным мужчиной. Ну и, кстати, девочки, которые очень опечалены моим выбором отправить Рому Васильева домой, не дать ему розу, теперь вы можете ему написать, у вас минус одна конкурентка.